уже за то время, а мы существуем уже более 14 лет, как творческое объединение. Вот в 2021 году у нас получается такой круглый, красивая дата, 15 лет. Вот. И у нас существует уже целые семьи династий. Вот я хочу сейчас пригласить на сцену сначала представительницу такой талантливой и активной семьи. Она уже подтянет всех своих домочадцев. Не всех, конечно, а тех, кто присутствует. Юлия Левашова, наша любимица. Красавица. Юлия Левашова. Начну я выступление со своей песни, которая называется «Подарок». Песня такая зимняя, я думаю, что это в тему. Давно, но почему-то как-то
Могу петь только зимой, летом нельзя. После нее начинается дождь сразу. Хотя сейчас зимы такие, что зимой может быть. Тонкая шаль, тонкий вскрик и унысы ее оживали здесь под улыбкой.
ритма, стройного, как она, необязательного, как этот танец, ритма, клубящегося под твоими пальцами. Скажи, скитаясь, по иным мирам, где нет ее, нет ее планеты. Сандалетки, скажи, как ты станешь жить, забывая ее убор? Смотри, она танцует, танцует под улыбкой Бога. Под улыбкой Бога. Oh,
Это молитва «Отче наш» на древнеаравийском языке. Считается, что именно на этом языке Иисус дал молитву своим апостолам. Oh.
Здравствуйте всех с Рождеством. Моя рождественская и всем известная рождественская, в принципе, история, все ее, наверное, узнают. Что тебе снится, несчастная крошка газета, старый харчевник, палочный четыртенардье, барышня-кукла, залитая солнечным светом, или дорога к рождественской чудо-звезде, а у хозяйских девчонок, блестящих в ботинках, дивно сверкают монеты, как маленький клад, сестры сопят на пуховых и мягких перинках, и в колыбели не плачет их маленький брат. Тоже чудес ждешь ты ночью, малышка газета, словно в надежде стоят сиротливо собой. Может, и в них засверкает однажды монета. Нужно поверить хотя бы чуть-чуть волшебство. В комнату дверь отворилась, свет просочился, кто-то прокрался. Волшебник, тот каторжник, бог, может быть, это газете сегодня приснилось? Но почему так чудесно сверкает собой? Что тебе снится, несчастная крошка газета, старый харчевник у алчной читы Тенардье, барышня-кукла, залитая солнечным светом, или дорога к рождественской чудо-звезде? Еще я люблю сказочки. Да, вот у меня недавняя сказка про ведьму. Ведьма, ведунья, целитель, московская леди, Белла, помощница всех угнетенных и бедных, днем не отлично от местных и рядом живущих, только огонь непонятен в глазах ее жгучих, взгляд, словно пряник и кнут. Время течет нескончаемой тоненькой струйкой. После заката у Беллы звучит шестиструнка. Кот, меломан, черный рыцарь, магический житель, тянет когтями гитарные звонкие нити. Скоро соседи уснут. Кто-то сюжет рисует, цветные на белом. Кто-то творит тошнотворные войны. А Белла ночью летает к серебряным крохам небесным, чтобы не дать им бесследно из мира исчезнуть. Фильм 19 минут. Странные сны. У соседей одни кинокадры. Белла влетает стремительно в дождь звездопадный, ставит малюткам-звездинкам дырявым заплатки, лунную спину утюжит, чтоб сделалась гладкой, будто ее мнут и мнут. Утром проходит привычно, без хитросплетений. Люди ползут из квартир, снова пыль сновидений, быстро стряхнув и забывшись в обыденных буднях. Белла бежит по делам, а котишка тот чудный тянется, спину согнув. Круг неизменен. Крест до перекрестия, благослав дорогу, еду из поместья, из родных чертогов, под копыта бурки, снег крупой ложится, небеса не хмурьтесь, прикрывайтесь ситцем, облачным и белым, тюль для небосвода, грустно маме бедной, а отцу угода. Мама, не печалься, пожелай удачи, я стремлюсь за счастьем, выросший твой мальчик, удачи всем. В 2019 году. Ну, он тоже не очень часто с нами при нем выступает, но надеемся, что наверстает еще. Антон Чередов. Стихи. Мои, музыка моя, шальные облака. Так, гитару, что не у кого. Слышно гитару? Слышно. Двум шальным облакам надоело летать, вечно в небе скитаться не дело. Посмотрите, какая внизу красота, а потом наверху опустела. Захотелось им души живые спасать, души мертвых уже в нужном месте. И вот так на траве появилась роса, так два облака выпали вместе. Интереснее было внизу облака на земле, а земле они много мечтали. Вместе души и тучи молились богам, чтоб махнуться не глядя
местами ожидала спасения чья-то душа. Хорошо бы спастись понежнее, но в России облака искупали ежа. Оказалось, им это важнее. Почему они душу не стали спасать? Но ведь правда обидно, ребята. Оказалось, поведали нам небеса, еж был облаком мягким когда-то. Мы все тоже, наверное, немного ежи, кто колючий, а кто и не очень. Этот квест, что у нас называется жизнь, белым облаком будет закончен. Бесконечный поток видел он по ночам, потому как итог настоящим считал мир, приснившийся ночью ему. Он все лучшие фильмы увидел во сне, даже страсть и любовь где-то там на луне. Мне хотелось пожить бы вот так же, как снилось ему. Сон из мира реального выкинул зло, всем оставь, всем добавил здоровья, и чтобы везло. И не важно, что нету ответов на все почему. И не важно, что нету ответов на все почему. Он открыл нам вселенную нашей мечты, став драконом с далекой туманной звезды, ярко-желтым, с пурпурным и крылья размахом сверсту. Он спасал наши жизни на долгом пути, а кому-то любовь, помогая найти волшебством, волшебством, создавая измены морской красоту. Мы вернемся в реальность до новой весны. По дорогам хорошие бегают сны. Попроси, он покажет красивые фильмы без слов. Кто сказал про него, что уснул навсегда? Не погаснет огонь, не иссякнет вода. Он теперь проживает в стране лучших сказок и снов. Он теперь проживает в стране лучших сказок и снов. Поет три чужих песни. Остановился и смотрел в твое небо, как будто Божьи глаза голубые, и снова верил в завершение дела. Будут новые дороги прямые, что мы все переживем эту зиму. Станут чуточку светлее наши песни, что потерянное счастье поднимут. И будут в жизни только добрые вести, а по ночам не мироточит бумага, сидит безгласая душа на постели.
постели, как будто старая больная собака, что ждет ушедшего хозяина в двери, а возвращаются лишь странные лица, что улыбаются в ответ виновата. Меня приветствуют, боясь ошибиться или распознать во мне убитого брата. Я на обочине лишь знак придорожный, в строке событий для тебя запятая. Я такой же на планете осторожный, и под моей ногой земля не святая. Да я грехов не отпускаю, ведь в прошлом я точно так же шел по снегу и падал, не в силах устоять на стертых подошвах, кляня купленную сталь автострады. А вот теперь встаю, смотрю в твое небо, как будто Божьи глаза голубые, и снова верю в завершение. Кто твоя прима, белый воробей?
небо бездонье от любви твоей тянет ладони в солнечную высь. Белый прохожий, сердцу улыбнись, Господи Боже. Современная авторская песня. Только надо ему напомнить, что он это знает. И вы увидите. До свидания. Елена Фролова говорила, что исполнительство – это некое, некий заговор, как бы, колдовство такое, волшебство такое доброе. То есть, как бы этот автор незримо присутствует здесь. И, может быть, это такой вот заговор на то, чтобы он тут в итоге, так сказать, материализовался. Может быть, к нам когда-нибудь приедет Олег Медведев. Или Елена Фролова. Давайте на это как бы надеяться. Твоя фанерная птица замерзает в глазах.
зовет.